На встрече с руководителем региона люди в основном говорили о проблемах, касающихся ЖКХ, ремонта и строительства дорог. А жительница Армавира попросила помочь с лечением. Девушка с рождения не ходит. По поручению Кондратьева ее сразу же направили на обследование в краевую больницу. И другие проблемы удалось решить практически на месте. Временно исполняющий обязанности губернатора, не выходя из кабинета, ставил задачи перед главами районов и руководителями краевых ведомств.